Всем привет, с вами дядя Володя Страшный, и такая вот история. Весь день занимаюсь сварко-болгарочными работами, то есть делаю навесы, делаю кафе-бар у дяди Володи Страшного. Это не бизнес, это такое место будет возле гаража, где будет приятно провести время, попить кофе. Вот. Может даже музыку сыграть с Денисом. Кстати, от Дениса вам всем привет. У него все хорошо. Вот. Значит, и потому что я занимался сварко-болгарочными работами, на мототему у меня как бы времени не было. А тут еще такая беда. Кошки у меня украли всю рыбу и выпили пиво. Вот видите. И значит, что хочу вам показать, рассказать. Вот такое масло у меня раньше было. 900 с чем-то рублей оно стоило. Не то 900, не то 930. В общем, сколько-то оно стоило. Вот. 15-40. Ну, это обычная минералка. Вот. Минерал Мотор Ойл написано. Очень хорошее маслице было. Это не реклама. Когда-то его в шестерочку заливал. Наверное, первая замена шестерки была. Вот это просто у меня баночка, и вот она литровая, я в ней всегда разводил для своего бензотриммера, бензокосы масло с бензином. Но в итоге что-то тут разъело вот эту вот штуку эту, и теперь она просится на выброс. Ну, кто знает, что это такое, пишите. Даже тут марку могу вам назвать, показать, где-то тут она. Ну, где-то тут могу рассказать истории его появления. Но это ладно. Ну, достал, короче, масло, какое у меня есть. Это Кастрол Магнатек, и причем дизельное. А дизельное очень даже сильно подходит на газонокосилочку. Пускай посмотрим, есть ли такие. Так. Папи Сеев. А нам должно быть CD. Это надо посмотреть, какая буква спереди в алфавите. Если это позади, то подойдет. Но это я так считаю. Я же всегда свое мнение высказываю. Так, что у нас тут еще есть? Ух ты! Engine Oil. Дефактная маслица. И это, кстати, минералочка. А в сереньком это полусинтетик тоже. Нифига себе, вот это у меня запасы, ребят. Тут какой-то Кастрол есть 5W30. Ну, это покупалось для этого, для Вольвы. Это называется фордовское масло для Вольвы. А, наверное, я вам этот ящик этот показывал. Антифриз Кастрол, разводится он конкретно и работает. Было у меня его много, и я как-то на свой Mercedes Viano ставил подогреватель двигателя от 220 вольт и поменял тосол. И вот такой там был залит при продаже. Вот такой вот есть от фирмы BASF. То же самое. Это, ну, антифризы такие. Концентраты. Что у меня еще есть? Галф есть, целая литрушка. Тоже я лил его 5W30. Я его заливал когда-то в Mercedes. И вот подарочная от Лехи велика, гараж 288, 1 литр мерседесовского масла САЕ 7585. Ну, это трансмиссионное какое-то, дипоид. Битрибиоэл. Кошки не доели. Фу, кошки мерзкие. Вот такой рассказ о маслах. Ну, это не рассказ, а показ, скорее всего. Сейчас я это все сложу. Все на местушко. И поставлю все на местушко, на свое.
Пусть она там ждет лучших времен. Завтра у меня предстоит покраска моих металлоконструкций. Возможно, если вам это и будет интересно, в этом видео вы мне напишите в комментариях, интересно вам металлоконструкции мои посмотреть, навесы или нет. Тогда покажу покраску и уже покрытие шифером волнистым, восьмиволновым. Он еще, этот шифер, называется какой-то там стандартный, то есть толстый. Видите, какая крышка? Видели такую? Вот так вот открывается. И вот такая вот штука, чтоб не плюхало. И вот, вот такое маслице хорошее. А у меня уже там поле, огород мой зарос травой весь. Ну, лужайки мои. Пора косить. А чтоб косить, нужно залить масло в косилку. А масло в косилку очень дорогое. 600 грамм стоит, ну, рубль почти. Я себе не могу позволить такой роскоши. Я лучше косу возьму, такую. И скошу ей. И завтра вам это покажу. Ну вот на этом, на этой веселой ноте. Всем спасибо, всем пока.